поводу Юли это вообще отдельная тема, на самом деле, потому что когда она начала общаться со мной, там, не знаю, пыталась зайти, может, с точки зрения, чтобы я ей поверила, я такая думаю, блин, я никогда не верила людям и не верила в то, что люди умеют что-то испытывать не так, как я, да, вот она более эмоциональная, чересчур эмоциональная, я сказал, впечатлительная, как я думал тогда. И мне было очень большим огорчением, потому что тогда я дала себе шанс, типа, ну, может, люди реально бывают другие, не как ты думаешь, не как ты реагируешь. А как оказалось, это просто актерское мастерство и вранье, поэтому я огорчена в этом человеке. Но не держу обиды зла, как бы это ее решение, она ей там, ну, еще прилетит этот бумеранг за все это, поэтому пускай живет, как живет. Вообще было по барабану на уход Юли, типа, ну, по факту выгнали вообще, ну, как ей сказать? Мы изначально предполагали, мы знали, мы всем говорили, что она врет, поэтому все это раскрылось, и, естественно, ее выгонят. Никто не будет держать человека, который не уважает преподавателей, не уважает любовь.